Это огромная честь иметь возможность поздравить такое число выдающихся, прелестных, очаровательных женщин с прошедшим вчера, 8 марта, и наступившим целым месяцем, вплоть до 7 апреля, на протяжении которого мужчины должны все упущенное на протяжении года, а может быть и всей целой жизни, наверстывать. Мы вас любим, мы вас очень уважаем. Я вам желаю счастья, я вам желаю здоровья, я вам желаю благополучия, стабильности, мира. Я вам желаю находиться в окружении любимых вами и любящих вас людей. А для того, чтобы все так было прекрасно, замечательно, радостно и весело, нужно жить в стране, где общество здорово, в том числе и женщины. Самая существенная, самая прелестная часть этого общества. А для того, чтобы общество было здоровым, надо заниматься здравоохранением этого общества в широком, всеобъемлющем плане значений этого слова. Начиная с той системы государственного управления, в которой та или иная страна, в данном случае Армения, существует, включая властей, временно, краткосрочно или продолжительное уже время находящихся в соответствующем статусе, на соответствующих должностях. И заканчивая, конечно же, стремлениями, которые есть у людей, у народа, у общества и у женщин в том числе. И я думаю, что собравшиеся здесь сильные, могущие, очаровательные, прекрасные представительницы нашего народа, в свою очередь, собравшись в формате движения общественного, я так понимаю, в значительной части политического движения, возьмут в том числе на себя ответственность по самооздоровлению. Я очень на вас в этом плане надеюсь, поскольку ваш форум сегодня приурочен, тем не менее, к женскому празднику, то особо вдаваться в политические подоблеки не буду. Но я вам, а также нам всем мужчинам желаю, чтобы вы нашу страну начали поднимать, потому что надежда на женщин скорее оправдается, быстрее оправдается, чем на мужчин. И это не совсем шутка. Мец пативем хамару местехнерка гетнувели, шнуракалем мец шаржмана и сурварити хамар. Чем узум мрайлецнель, ев иреква орвата паурицунере воронг дзезмот болорит моткан, ев харавели вес мекам сяки, миам сяки, эспес миам сяк тевако хелю, эс мец горцентаца, дэля умар аранс дапес кан панир мец искапес чем узум матнель. Байц вор дзер мер шаржума пити ампайман, ирхоск наси айнел айс вечаракан, ժամանակահատվածում, երբ մոլորակն է կիսվում ըստ էության առանձին մասերի, սեփական դիրքորոշում հայտնելով, սեփական երկիրը ըստ այդ դիրքորոշման ճիշտ ճանապարհով տանելով և շատ ավելի ակտիվ գործունեություն մեկնարկելով, ես դրանում վստահ եմ և կցանկանամ, որ դա տեղի ունենա։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։